Краснодарский край занял очень почетное второе место в рейтинге 40 ведущих регионов страны. У нас еще очень много есть резервов, и те результаты, которые мы достигли, это не предел. Наша конференция называется «Бизнес-успех», и это значит, что сегодня мы рады приветствовать наиболее яркие и успешные примеры развития бизнеса, которые позволяют другим предпринимателям края, развивающимся бизнес или только планирующим, создать бизнес, поверить в себя, заявить о своем проекте и, конечно, получить эффективную и надежную государственную поддержку. Большое спасибо опоре, но более я хотел выделить за вот эти 10 лет, которые банкиры существуют, коллектив компании. Секрет успеха на самом деле очень прост. Есть очень четкая, абсолютно прозрачная, всем понятная система работы совместной, поддержки, сотрудничества с малым бизнесом, который установил губернатор Краснодарского края Александр Николаевич Ткачук, который, естественно, транслируется на город Краснодар, на наш столичный город, главой города Владимир Владимирович Мюланов. И это, естественно, успех всей бизнес-команды, всего бизнес-сообщества города Краснодара.